Но у нее другое совсем отношение. К тому же, кстати, вопрос. Я ждала его родимого давно, и я надела голубой кимоно. Налила ему родимому саке, он не пил еще, наверное, таке. Отварила осьминога в полный тян, пусть попробует миллионок англичан. Дождалась я миллион, и тех пришел и сказал мне «Everybody rock and roll». А я ответила с улыбкой «Сейчас будем пить и веселиться целый час». Он достал тогда коньяк «Наполеон» и сказал мне «Хайрис Бриттиш самогон». И пошел подряд стаканы поднимать. За сесть тут япон мать. Не к добру это закралась мысля, а сама смотрю, что будет опасля. Йоксель-моксель нажрался, как порося. На гору на Фудзияму забрался. На горе на Фудзияме дуратек, он допил свой самогонный коньячок. Он летел оттуда с криками «Бонзай!», затоптал всю кибану негодяй. Разорвал на мне с размаху кимоно, но упал и отрубился, как дурак. Я могу, Сигуми, это я могу. И я ударю табуреткой по врагу. Хратил я строу по лицу, засадил ее пяткой по лицу. Ой, японы, девки, слушайте, спою про любовь, про забубенную мою. Не гуляйте по японской по реке, не любитесь, с кем попало в бамбуке. От себя гоните, милые, в сашей окаянных англитянских. А может, не англитянин будет? Я себе, мои подруги, повстречаю хоть какого до родного самурая. Ася, 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 ася.